Господу. Он не один, он со своей женой, с ребенком. Давайте их тоже поприветствуем с командой. Слава Иисусу! Пожалуйста. Я забираю. Конечно, я забираю. Даю. Добрый день, дорогая церковь. Для меня, на самом деле, большая честь стоять здесь перед вами. Знаете, это на самом деле, часто люди в церквях говорят, большая честь. Как, знаете, как клише уже некоторое христианское. Но каждый раз я, когда выхожу за кафедру какого-то человека, я на самом деле ощущаю глубокий трепет. Потому что, когда ты выходишь за кафедру, здесь есть история. Здесь есть история человека с Богом. Я знаю, что пастора, они служат уже около 30 лет служат в пасторском служении. Мне 40, я 10 лет было, когда они служили. Только можно представить, какая история у них с Богом, какая драма, сколько боли, сколько слез, сколько побед, сколько радости было у них. Поэтому, пастор Арамаис, огромное вам спасибо за это доверие. Большая честь и привилегия стоять здесь и делиться с народом Божьим словом. Вы знаете, этот год, сегодня день благодарения, тоже несколько слов благодарности скажу. Этот год, вот с нашей супругой в жизни, это был самый тяжелый год в нашей жизни. Даже близко не было такого, что мы переживали в этом году с ней. И знаете, как вот в песне есть, да? «Кто это выходит из пустыни, опираясь на возлюбленного моего?» Вот только Иисус Христос на самом деле до конца видел сердце, видит сердце, видит, через что мы проходим, понимает наши мотивы, понимает наши поступки. И только благодаря Его любви мы можем выйти с любой пустыни, в которой бы мы ни оказались. Я благодарю в первую очередь моего Господа за то, что Он всегда со мной, всегда рядом с нами, всегда поймет, всегда поддержит, никогда не осудит. Его любовь все покроет, дорогие. Его любовь вытащит нас с самой глубокой ямы. Я благодарю пастора Рамейсера, пастора Рузану, потому что Бог нас свел в такой сезон жизни, где без поддержки старших братьев было бы очень сложно. И вы для нас были как утешение от Господа. Знаете, вот Бог принес мир, такой мир, через вот знакомство с вами. Это было удивительное знакомство. Я благодарю моего брата Енофа, благодаря которому, ну, он большую роль сыграл в этом знакомстве. Вообще в моей жизни играет большую роль. Других моих братьев, сестер благодарю. Благодарю мою супругу, которая все это вместе со мной, потому что... Но помазание, оно требует цены, и она вместе со мной это все переживала. Спасибо тебе, дорогая, что ты рядом. Я сейчас растрогаюсь. Хотел серьезно проповедовать. И когда я готовился к служению, я пастору Арамейсу звоню, говорю: «Пастор Арамейс, как у вас принято?» Вот потому что, ну, я, например, как привык? Я привык говорить то, что Господь, да, вот, ложит на сердце, и ты передаешь все равно, какой праздник там. Я говорю: «Пастор Арамейс, может, у вас какая-то, ну, это определенная культура, да, пасторская? Ты должен спросить, чтобы, ну, было тактично». И я спрашиваю: «Пастор Арамейс, мне обязательно проповедовать именно на эту тему?» Вот на тему праздника. Он говорит: «Мгер, будь свободен. То, что Дух Святой тебе положит в сердце, вот об этом и говори». И когда я получил послание, на самом деле это такое очень трепетное послание, в первую очередь моему сердцу. Я верю, те из вас, для которых предназначено это послание, оно также будет трепетно для вашего сердца. И прежде чем мы начнем это послание, я бы хотел обратиться к одной личности, потому что без этой личности слова проповедника, они всего лишь слова. Без этой личности дух послания невозможно передать. Проповедник, он может поделиться опытом, проповедник, он может поделиться определенными знаниями, но только Святой Дух, он может оживить послание. Поэтому, с вашего позволения, давайте сейчас преклоним свои головы и несколько минут просто поблагодарим Духа Святого, почтим Духа Святого, почтим Его присутствие. Потому что, знаете, Давид говорит: «Куда я уйду от Духа Твоего? Ты везде». Везде ты. Но согласитесь, что не везде проявляется Его присутствие. Оно проявляется лишь там, где Его любят, где Его уважают, где Его почитают, где Его признают, где Ему дают место. Аминь, дорогие. Давайте склоним наши головы, обратимся к Духу Святому. Дорогой Дух Святой, мы приветствуем Тебя на этом месте. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в нашу жизнь. Мы благодарим Тебя за Твое открытое сердце к церкви. Мы благодарим за Твою нежность, Господь, за Твое проявленное присутствие. И мы просим Тебя, Дух Святой, прояви свое присутствие здесь, на этом служении. Захвати это служение, Господь. Мы отдаем Тебе в руки, Господь, это время. И мы просим Тебя, веди так,
как Ты хочешь, Господь. Делай то, что Ты хочешь. Прикасайся к нам так, как Ты хочешь. Ты пастор этой церкви, Господь, и всех церквей. И без Тебя, Господь, мы отказываемся служить. Мы отрекаемся от служения без Тебя. И мы просим Тебя, драгоценный Дух Святой, прикасайся, исцеляй, возвращай сыновей к себе, к своему сердцу. Мы здесь ради Тебя, Господь. Мы здесь, чтобы встретиться с Тобой. Нам нужен Ты, Ты говори к нам. Ты оживи эти слова, Дух Святой. Ты привлеки нас к своему сердцу. Мы любим Тебя. Мы почитаем Тебя. И мы признаем свою полную зависимость без Тебя, Дух Святой. И весь народ Божий да скажет аминь. Ничего страшного. Ну, вас не отвлекает? Все нормально? Все отлично. Дорогие, как все-таки хорошо, да, находиться в Доме Божьем. Как приятно находиться в Доме Божьем. Потому что Дом Божий – это не просто собрание людей. Это не просто люди, которые встретились по общему интересу, да, как клуб какой-то. Дом Божий, Церковь Божия – это прежде всего тело Иисуса Христа. Это Его руки, это Его ноги, это Его глаза, это Его голос. И через свою церковь, через нас с вами, Он может ходить, Он может говорить, Он может прикасаться к людям, к которым Он хочет прикоснуться. И точно так, как тело мое, вот, например, физическое тело, оно не может ничего делать, если не получит импульс, если не получит сигнал от головного мозга. Точно так же и мы с вами, как церковь, не можем полноценно двигаться, если не получим команду от Иисуса Христа, потому что Он является главой церкви, от Него исходят команды. И если мы внимательны к Его голосу, то мы будем руководимы, то мы будем делать то, что Он хочет, чтобы мы делали. И у нас также есть сердце, у нас есть голова, то есть есть голова, есть тело и есть также сердце. И как бы разум наш не хотел, как бы наш головной офис не хотел бы давать сигналы, если с сердцем будет непорядок, то ничего мы не сможем сделать. Мы будем лежать мертвые, как в фильмах, да? Когда сердцем там, знаете, вот это, в коме лежит человек или в какую-то аварию попал, там сигнал вот такой идет, и пока сердце не оживится, пока сердце не включится, человек не оживает. Он просто лежит, как мертвый, как труп. Точно так же и Церковь Божия. Если сердце не включится, если сердце в церкви не будет живо, то ничего не будет происходить, дорогие. Церковь будет мертвой, вот как человек, который находится в коме. Помните, когда Господь забрал своего пророка Иезекииля и показал ему видение? Он показал ему сухие кости. Он говорит, а живут ли эти кости? Я верю, что это как прообраз церкви, которая живет без сердца, у которой сердце не функционирует. И он говорит, оживет Господь, если ты скажешь, оживет. И он говорит, дунь духа. И когда он дунул духа, только тогда церковь начала оживать. Дорогие, к чему я это? Мы тело Иисуса Христа. Иисус самый главный, да, Он голова. Но есть сердце в церкви. Сердце церкви – это Святой Дух. Если у нас с вами не будет близости со Святым Духом, если мы с вами не будем руководимы Духом Святым, тогда, дорогие, церковь, она просто-напросто превратится в очередную религию. В очередную религию, где есть буква, но нет Духа. Но я верю всем своим сердцем, что Иисус Христос, Он не умирал за то, чтобы родилась очередная религия. Он умер за то, чтобы вернуть нас в Эдем, вернуть нас в отношения с Богом, вернуть нас в близость с Богом, чтобы мы точно так же, как Адам, могли ходить с Богом, могли слышать Его голос, могли наслаждаться Его присутствием, могли познавать Его сердце, могли переживать и разуметь, что Господь хочет, что в Его сердце происходит. Аминь, дорогие. Слава Богу. Звук закончился. Все. Можно открыть 2 Коринфянам 13:13? Потому что на чистоту Бога это не было похоже, да, пастор? 2 Коринфянам 13:13. Нам нужен Дух Святой, дорогие. А это тоже не работает, да? Ого, понял. Все, я понял. У нас было один раз служение, и мне вот перед служением за 10 минут Бог мне говорит, ни на что не обращай внимания, будет сирена, будет пожарные, там что... Я говорю, Господь, это мне что, надо вслух сказать? Но я не сказал. И я стою, через 5 минут, как я начал служение, началось. В здании там пожарная тревога, все выходите со здания. Я говорю, стоп, все нормально. То есть иногда бывает, когда важные послания, когда что-то Господь хочет очень важное, очень много отвлекающих факторов. Дорогие, я сейчас, наверное, скажу, но мне нужно определенное смирение, чтобы это сказать.
Поймите правильно сейчас. Вот то, что я сейчас буду делиться, это вчера я из сердца Бога пережил. Это Его сердце, то, что Он хочет сказать сегодня каждому из вас. Поэтому я прошу вас, максимально серьезно отнеситесь к тому, что будет здесь звучать. Потому что это сердце Бога каждому из вас. И я верю, что, ну, если вы услышите то, о чем сегодня будет идти речь, наша жизнь, она изменится, дорогие. Наше служение, оно изменится. Наше христианство, ну, личное, тайная комната, она изменится. Это очень важно, то, о чем будем делиться. 2 Коринфянам 13:13. Я так понимаю, с телефона, да, можно читать? Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Акцент. И общение Святого Духа. Первая церковь, как никто другой, понимала, что сердце церкви – это Святой Дух. И когда мы читаем книгу Деяний, да, или как ее называют по-другому, Деяния Святого Духа, мы видим там, Дух Святой обратил внимание, Дух Святой напомнил, Дух Святой подсказал, Дух Святой не пустил, Дух Святой побудил. То есть у них была близость со Святым Духом. Они были водимые люди, водимые Духом Святым. Именно поэтому у них был такой результат. У них было массовое покаяние, у них люди знали Бога, у них были чудеса, у них были знамения, у них были воскрешения мертвых. Потому что не человеческой силой это все делается, а силой Духа Святого. И только теми людьми, которые водимы Духом Божьим. Только когда атмосфера присутствия Духа Божьего находится. Вот сегодня мы зашли, меня с первых секунд, я просто плачу, я говорю, Господь, пожалуйста, хотя бы когда на сцену выйду, ну, чтобы вот смог удержаться от слез. Такое присутствие Духа Святого здесь. Очень сильное присутствие. Я верю, что оно будет усиливаться с каждым служением, с каждым годом, потому что нам нужно больше славы, нам нужно больше достигать людей. Аминь, дорогие. Я верю всем своим сердцем, что настоящая, взрослая христианская жизнь, она начинается не с того момента, как мы покаялись и отдали свое сердце Господу, но она именно начинается с того момента, когда мы начинаем быть водимы Духом Божьим. Потому что кто сыны Божьи? Люди, которые водимы Духом Божьим. Все ли люди, которые посещают церковь водимы Духом Божьим? Нет, дорогие. Не все даже служители водимы Духом Божьим. Мы можем быть водимы чем угодно. Своим собственным эгоизмом, своей собственной плотью, своими собственными ранами, обидами, амбициями. Мы можем быть руководимы нечистым духом. Помните, когда Иисус говорит, вы придете ко мне, я скажу, я не знал вас. Кто вы? Зачем вы это делаете? Мы чудеса творили, мы исцеляли мир. Он говорит, я не знаю вас. Один критерий – знать сердце Бога, знать, иметь отношение с Ним и быть водимым Духом Божьим. Других критериев попадания в Царство Божие нет, дорогие. От Иоанна 16:13. От Иоанна Евангелия 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Святой Дух, Иисус говорит, Святой Дух, я когда уйду, я пришлю другого утешителя, Святой Дух, именно Он наставит вас. Вот главное, на самом деле, вот, дорогие, это такое глубокое откровение, главный ключ христианской победоносной жизни – это Святой Дух. Это откровение о личности Святого Духа, это водительство Духом Святым. Если у нас в жизни не будет Святого Духа, не будет близости со Святым Духом, дорогие, наша христианская жизнь очень быстро наскучит. Она превратится в сухую, религиозную, ну, реально превратится в форму, не будет жизни. Мы не сможем даже Слово Божие читать без Святого Духа. Мы не сможем молиться без Святого Духа. Все Он оживляет. Даже мы не сможем нормально проповедовать, люди не будут спасаться, потому что спасает тоже Святой Дух. И нам нужно быть просто внимательны к Нему. Аминь, дорогие. И я верю, что Бог, вот акцент на чем Он хочет сегодня сделать, чтобы каждый из нас, те, кто еще не знает Святого Духа, чтобы сегодня, вот когда я буду делиться тем, что Господь положил мне на сердце, чтобы вы познакомились с этой личностью. Те, кто отступили от Святого Духа или потеряли эту близость, чтобы вы возобновили эту близость. А тем, кто ходит в этой близости, чтобы вы еще на более глубокий уровень пошли с Господом. Потому что у Него всегда есть другой уровень. У Бога нет остановок. Каждый раз это новый уровень, дорогие. Аминь. Тема сегодняшнего послания называется так. Сердце Святого Духа. Сердце Святого Духа. Когда я готовился, знаете, я не чувствовал, что нужно как проповедь. Вот я говорю, Господь, а как мне это, ну как мне это передать? Это такая тема, это целое учение. Что ты, на чем ты хочешь сделать акцент? Что мне передать? И я почувствовал, что Он хочет, чтобы я начал, ну, поделился с момента, как я познакомился с Духом Святым и некоторыми откровениями, которые привели меня к откровению о сердце Святого Духа, что после того, как люди, которые услышат это послание, они понимали, какой Святой Дух, они понимали, как с Ним строить свои личные отношения. Дорогие, только я прошу вас, очень сильно вас прошу, если даже то, что я сейчас поделюсь, вы будете с этим не согласны, или, может быть, не спешите судить, потому что я тоже рискую, это очень интимные моменты из личных переживаний с Господом, и у меня был такой период, когда, знаете, Господь
давал эти откровения, я их складывал, как Мария, знаете, все в сердце складывал. Я никогда не думал, что я их буду публично говорить. Но пришел такой момент, когда через одного человека Бог сказал: я хочу, чтобы ты это начал доставать и делиться с моим народом. Я сопротивлялся, говорю: Бог, многие не поймут, многие будут смеяться. Он говорит: возле моих детей не бойся бросать этот бисер. Они поймут, они оценят правильно. И наоборот, эти откровения, эти переживания, они возбудят ревность в моих детях. Я хочу, чтобы все мои дети, они имели эти отношения, имели эту близость и смогли дальше пойти. Дай им эту платформу, дай им это основание. Я начал делиться, дорогие, я начал делиться. И вот сегодня я тоже некоторыми вещами из личной, глубокой там своих, да, переживаний с Духом Святым хочу поделиться с вами. Буквально так, как знаете, как свидетельство, как откровение. Первое. С чего все началось? Я, когда пришел к Господу, я никогда не знал, что со Святым Духом можно общаться. Я думал, есть Отец, ну, есть Иисус, Господь, и все. Я молился всегда либо Бог, либо Иисус Христос. И однажды ко мне попадает книга. Книга Бенни Хинн, такой есть проповедник, очень, очень серьезный, да. Ну, наверное, все, кто имеет отношение с Духом Святым, прошли через эту книгу. И там книга называется «Доброе утро, Святой Дух». Я ее прочитал на одном дыхании, и он там как раз-таки говорит об этой личности, а приоткрывает его сердце. И когда я прочитал, я реально поверил, что он личность и что с ним можно дружить. Я помню, я закрываю эту книгу, я уединяюсь в комнате. Я говорю: Святой Дух, это правда, что здесь написано? Ты реально личность? Если это так, я хочу с тобой познакомиться. И я вот так говорю, дорогие, знаете, и мурашки пошли, как будто он говорит: это правда, это реально. Я чувствую, ты мурашки. И вот так началось мое знакомство. Я начал, ну, пробовать, как с ним строить отношения. Например, я вечером молюсь о чем-то, а на следующий день записал, и на следующий день нахожу. То есть в следующем дне я вижу его ответы. Я вечером прихожу в тайную комнату, я говорю: Господь, Дух Святой, я видел, ты вон там ответил, ты вон там ответил, ты вон там, благодарю тебя, благодарю тебя. И вот так глубже и глубже начались наши с ним отношения. И потом у меня появилось желание, я прочитал там одного человека, послушал проповедь, и он говорит, чтобы помазание перешло, ты должен слушать учение того или иного человека, да? Или, например, вот, например, я хочу ходить в чудесах, я должен людей, которые в чудесах, либо двигаться с ними, либо слушать проповеди, либо читать книги. И тогда это все начинает, плюс практика начинает приходить в мою жизнь. Так передается помазание. Вот то же самое, когда я заинтересовался Духом Святым, я начал узнавать все, что можно о нем. Я прочитал все книги, которые были на тот момент. Я послушал все проповеди, которые говорят об этой личности. Мне стало интересно. И вот это помазание, оно начало перетекать. И вот, допустим, сейчас я делюсь с вами, может быть, для некоторых из вас это будет ново, но вот когда вы принимаете, это помазание начнет действовать в вашей жизни. И плюс практика, если вы начнете практиковать. То есть первый пункт, вот так началось мое знакомство. Я поверил, что есть личность Святой Дух, я к нему обратился не к Иисусу, не к Отцу, а именно как к личности Святой Дух, и он начал проявлять себя как личность. И вот так начались наши с ним отношения. Следующий момент, очень важный. Нам нужно понимать, вот сегодня пастор Ромес говорил о покаянии, да? Когда мы каемся и приглашаем Господа в нашу жизнь, то смотрите, что происходит на самом деле. Господь, Он реально входит в наше сердце, Он реально входит в нашу жизнь. И теперь в этом доме, вот который вы видите на самом деле не меня, вы видите мое тело, мою палатку, да? моего аватара. Мой дух вечный, он внутри этого тела, так же, как у каждого из вас. Он внутри этого тела, и он невидимый, он вечный. Но у него такой аватар, у кого-то с хорошей прической, у кого-то вообще без прически. То есть кому какого Бог аватар? Дал, да? И когда я приглашаю Духа Святого, когда принимаю Иисуса как Господь, Дух Святой входит в мое тело, и я становлюсь храмом Бога. В этот момент, помните, как написано, что вселюсь в них и буду ходить в них, и будете, ну, моим народом и так далее. То есть что происходит? Был один мгер внутри, теперь вместе с мгером поселяется внутри Святой Дух. И кто родился свыше, тот это переживал. Я раньше курил, пил, гулял, матерился, делал все, что угодно. Но когда я вот этой молитвой помолился, дорогие, я чувствую, что внутри меня что-то светлое, что-то очень светлое вошло. И я вот просто захотел заматериться, у меня матка будто, знаете, вот здесь мысль остановилась и дальше не пошла. Я не могу материться. Вот 15 лет назад я курить не смог. Я, ну, остальные вещи вообще ничего не говорю. То есть природа Бога, она начала внутри меня работать. Она начала внутри меня работать. И я начал размышлять на эту тему. Я начал размышлять, я говорю: так, это получается, помните, очень часто в Библии говорится, что церковь – это невеста Иисуса Христа, да, что мы с вами – это невеста Иисуса Христа. Я понимаю, что в этом теле теперь живут две личности. Я понимаю, если мгер был господином, теперь не только мгер, теперь не только мгер, а теперь Дух Святой, теперь Господь, господином должен быть моего сердца. И ты начинаешь работать, тебя меньше, его больше. Ты начинаешь уступать ему место в своем сердце, в своем теле. И чем больше ты ему уступаешь, тем больше Дух Святой начинает проявляться. Я помню, уже через призму этого откровения я читаю одно местописание. Это Иакова 4.5. Иакова 4.5. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «Да ревности любит Дух, живущий в нас».
Когда я прочитал, знаете, вот бывает, Господь акцент делает на каком-то, они как, ну, буквы оживают, и ты четко понимаешь, что это тебе. И я начинаю понимать, подожди, Дух любит до ревности. Он живет в моем доме. За последние 2 недели я анализирую, когда я с Духом Святым проводил время. Знаете, бывало, когда ты вначале знакомишься, у тебя не получается стабильно каждый день проводить время. Ты раз, и 2 недели вообще забыл про Духа Святого, потом вспоминаешь. Месяц забыл, потом вспоминаешь. И вот 2 недели, я помню, я не общался именно с Духом Святым. И вот это местописание, что до ревности любит Дух. И у меня мысли, так, я с Розой, живем в одной квартире, под одной крышей, да, вот как прообраз с Духом Святым. Если я с Розой не буду 2 недели разговаривать, каково ей будет? Что она будет чувствовать? Ей будет неприятно, это огорчит ее сердце, ей будет больно. И я понимаю, что Духу Святому очень больно, когда мы забываем про Него, когда мы игнорируем Его. Я помню, я говорю, ну знаете, вот я верю, что это Дух Святой учил, но это не было обличение. Знаете, Он с такой нежностью, с такой любовью учил, потому что для нас все это ново. Мы не знаем, как это вот, жил 25 лет, как обычный парень, и вдруг Господь поселяет в твоем сердце и учит тебя. Вот с такой нежностью Он учил, говорит, Мгер, мне неприятно, когда забываешь про меня. Я говорю, Дух Святой, прости, пожалуйста, все, будем общаться, будем все делать. Я просто не знаю, для меня это все настолько ново, но я обещаю тебе, что буду стараться заранее прости, если вдруг я забуду, если вдруг там что-то будет не получаться, заранее прости. То есть второй момент, дорогие, мы должны понимать, что Он живет внутри нас, и Его, ну, Ему неприятно, когда мы забываем про Него. Третий момент. Очень важный ключ. Нужно Духа Святого иногда нужно ждать. Иногда нужно дожидаться. Он не всегда приходит сразу. Псалом 5.4. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Это Давид, царь Давид говорит. У меня был такой период тоже в начале, когда вот только-только пошли отношения с Духом Святым. Я помню, я молюсь, минут 15, наверное, 20 молюсь, вообще ничего не чувствую. Вообще ничего не чувствую. Минут 30 молюсь, ничего не чувствую. Думаю, ну не чувствую, надо ложиться спать. И только в сторону кровати делаю шаг, и у меня внутри такой голос. Дождись. Я думаю, что дождаться? Я понимаю, что ну, это Бог что-то мне хочет научить. Я встаю, я просто стою и жду. Ни в Инстаграме, там, ни в социальных сетях, ничего не отвлекает, свет выключен, глаза закрыты. Ты стоишь сконцентрирован на Духе Святом, как ожидаешь. Минут 10 еще где-то я жду, и потом такая слава сходит, я прям на диван, знаете, я не мог встать. Я аж на диван упал, такой, опа. И часа 2 вот в такой славе, в присутствии Бога. И когда я вышел, я думаю, Боже мой, я уже несколько лет молюсь, и сколько раз было такое, что я тебя не дожидался, что я просто, ну, забежал там на 10-15 минут помолиться и не смог тебя дождаться. И вот такого переживания у меня не было. Тоже там покаялся, говорю, Господь, я буду тебя, когда идешь искать Бога, нету такого, вот у меня 10-15 минут, уже мы проиграли. Ты идешь, ты не знаешь, ну, если, конечно, там по времени ограничить, ты идешь, ты не знаешь, когда он придет. Помните, написано, что ветер дует как хочет, не знаешь, откуда приходит, куда идет. Есть еще одно место, что надеешься на Господа, поднимут крылья, как орлы. Помните, потекут. Я изучал эту песню, там в современном переводе, знаете, как написано? А ожидающие Господа поднимут крылья, как орлы. Это же все такие прообразы, орлы, такие умные птицы. Они же не суетятся, как остальные птицы. Птицы как? Надо ехать, надо лететь. Они полетели все, и все, там через 5 километров уже язык вот так, не могут и приземляться. Орлы что делают? Они поднимаются на скалу. Это как прообраз нас с вами. Скала – это прообраз Иисуса Христа. Они расправляют крылья, как ожидание Господа, да, Духа Святого. И они ждут ветер. Могут 15 минут ждать, час, полтора. Но как только ветер подул, они просто крылья расправили, даже не махают. И этот ветер их несет. Куда надо, как надо несет. То же самое наша молитвенная жизнь. Мы не можем прийти, та-та-та-та-та-та-та-та, Господь не пришел, ушел. Нет такого. Мы должны научиться дожидаться. Мы должны, как орлы, прийти в тайную комнату, сесть, сказать, Дух Святой, пожалуйста, поведи эту молитву. Я знаю точно, без Духа Святого 15 минут я максимум выдержу. Ну, если только на языках, там, знаете. Но когда Дух Святой ведет молитву, он может так повести, если есть там свободное время, допустим, на ночь, а ты в 12 ночи идешь удняться, ты поймал этот ветер, ты вошел в это присутствие, ты можешь до утра, даже может ночи иногда не хватить, насколько Господь может влечь, когда ты за Духом Божьим идешь, когда ты за присутствием Духа Святого идешь. Кто это переживал? Кто понимает, о чем я говорю? Все переживали. Аминь. Слава Богу. Очень часто бывает, когда мы вместе молимся, дорогие, у меня есть хорошие знакомые, и жена парня, она болела, у него был рак, вот такая опухоль, они пришли к нам молиться. Мы с супругой, и они вдвоем. И я помню, мы поднялись на второй этаж, сидим, и ну, я уже имел откровение, мы приглашаем Духа Святого. Приглашаем, чуть-чуть подождали, Дух Святой не пришел, присутствие не пришло. И знаете, я такой сижу, мне что-то внутри нехорошо, я внутри слышу, посмотри вокруг. Я смотрю, мой друг в телефоне, моя жена чем-то там занимается, та тоже что-то разговаривает. И я начинаю понимать, что Дух Святой говорит, а зачем вы меня позвали?
Вы меня позвали, но вы своими делами занимаетесь. Я говорю, стоп, 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 все убираем. Я говорю, нам нужно покаяться. И мы покаялись перед Духом Святым. Я говорю, Дух Святой, пожалуйста, прости нас за невнимательность. И как только мы покаялись, дорогие, Дух Святой сошел. Она, мы не прикасались, она получила крещение Духом. У нее там, ну, не сразу исцеление получилось, но в процессе она исцелилась. Я не хочу, да, превышать это. Но в процессе она исцелилась. И мы такой первый раз в жизни, когда мы коллективно вошли в Святой Святых. Надя, дайте переживание. Обычно ты один идешь в тайную комнату, но вот здесь такая слава. Мы коллективно вошли в Святой, и просто так замерли. Потоки слез. Я говорю, что это было? Почтение к Духу Святому. Следующий ключ в характере Духа Святого. У него, вот у меня дочка, да, вот моя красотка Линда, если я с ней, например, 3 дня не поиграю, 3 дня на нее внимания не обращу, она на меня особо внимания не обращает дома. Там, да, папа, папа, и все, ходит с своими делами, занимается или с мамой. Но стоит мне 2 дня с ней провести время, куда-то с ней сходить, провести время, она от меня не отлипает. Папа, 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 хочу спать с папой, хочу это, хочу то. От папы не отлипает. Вот я заметил, что у Духа Святого есть что-то в сердце, в характере, похожее на ребенка. Если ты начинаешь с ним проводить время, много времени, он начинает к тебе привязываться, и уже он начинает приходить к тебе, уже он начинает искать твоего сердца, уже он начинает... Вот знаете, как я это получил? Я помню, я принял такое решение, я думаю, каждый, ну как вот, знаете, юношеский максималист, каждый день буду искать Духа Святого, каждый день буду проводить с ним время. И вот где-то дней 10, каждый день реально встреча с Господом, все хорошо, и потом на один день мне так было плохо внутри, вот бывает, знаете, дни ничего не хочешь. Я даже не думал, даже не говорил ничего. Я говорю, просто вот iPad включил, один фильм посмотрел в 3 часа ночи, второй фильм посмотрел где-то 6:30 утра. И вот что интересно, титры пошли, я не думал даже молиться. Я просто выключаю iPad, и в этот момент Дух Святой сходит. И я прям чувствую, как будто, знаете, присутствие, он говорит, пообщаемся. Мое сердце, знаете, вот как Давид, помните, что кто такой человек, что ты посещаешь его? В этот момент из духа вот этот псалом выходит. Я говорю, как? Я же тебя даже не звал. Он привязался, потому что каждый день мы проводили время, и он видит наше сердце, он понимает наше сердце. Поэтому еще один ключ близости с Духом Святым. Чем больше вы будете проводить с ним время, тем больше он будет привязываться к вам. И придет такой момент, когда он начнет искать вашего сердца. Он начнет искать отношения с вами. 5-й пункт. Его можно огорчить. 5-й пункт или 5-й ключ. Его можно огорчить, его можно напугать. Мы один раз тоже с Линочкой кормим голубей, семечки, и она резкое движение делает, и голубь улетают, испугались. Дух Святой, это же не просто как прообраз голубя. Несмотря на то, что он самая великая, самая всемогущая личность, его силой все сотворено, да? Его сила Иисус воскрес мертвых, все его силой. Но несмотря на это, у него такое кроткое, такое нежное сердце, его так легко огорчить, ему так легко причинить боль. Я помню, когда вот еще не женатый был, я же уже думал, что я... Ну, святой, смиренный, обрезанное сердце. Но у Бога есть такой инструмент, прекрасный инструмент, да, в лице наших жен, когда мы женимся. Боже мой, что из меня начало выходить? Из Мгера, который проповедовал, учил всех смирению. Такой монстр, оказывается, там внутри сидел. Спасибо за это, дорогая, отдельно. Очень сильно Бог через жену обрезает сердце, очень сильно. Я помню один момент, у нас вечером группа, она что-то мне давление поднимает, Короче, я дверью хлопаю и об стенку кулаком, бабах. Не ее, такого у нас никогда не было. Об стенку, тем более верующий. Об стенку кулаком. И поехал на группу. Я говорю, дьявол атакует меня через жену, не дает мне группу нормально провести. Что интересно, приезжаю на группу, дорогие, молюсь за людей. Один человек получает исцеление, помазание двигается, а мне внутри плохо. Мне внутри плохо, а помазание двигается. Я тогда понял, что помазание, оно приходит иногда ради людей. И почему люди попадают вот в это обольщение, когда ты служишь, чудеса, ты думаешь, все хорошо у тебя? Нет. Тайная комната есть, близость с Богом там есть. Я сюда могу выйти, выпивший, образно говорю, и помазание может двинуться ради вас. Но я пойду туда, Бог с меня спросит, понимаете? Вот почему мы придем в тот день, и Он скажет, я не знаю вас, я не знаю вас. И я помню, я уже на группе начинал понимать, что-то здесь не то. Знаете, вот остыл, я начинал понимать, что она была права. Что я вышел из себя, я пошел, купил цветы и конфет, приезжаю к ней, извиняюсь, говорю, Роза, прости, пожалуйста, вышел из себя, дарю ей это все, иду в тайную комнату, а Духа Святого не чувствую, переживания нету. Я думаю, ладно, утром проснусь, утром переживу. Утром просыпаюсь, тоже ничего не чувствую. 3 дня ничего не чувствую. Ну, вы знаете, да, для человека, который любит Бога, имеет отношение, там, 3 дня, неделю без Бога, это смерть. Я пытаюсь его искать, в 5 утра встаю, не нахожу. В 3 часа стою, в ночь ухожу, не могу его найти, все. Думаю, надо взять пост. Обычно пост 3 дня на воде помогает. Чувствительность Духа Святого. Взял даже пост на воде 3 дня. Дорогие, ничего не помогает. Читал Библию по 5 часов, молился по 3 часа, не могу прорваться, и все.
И уже дошло до такого момента, когда я понимаю, что все, я сдаюсь. Я больше не могу. Я встаю на колени, говорю: Господи, что происходит? Я не могу тебя найти. Я реально пришло осознание, что я не могу тебя найти. Что я сделал не так? Я слышал одно место Писания. Давайте его прочитаем. Это к Ефесянам 4, 30, 32. К Ефесянам 4, точнее, 4 глава, 30, 32. Вот это я услышал. «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которого вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Я понял, я же психанул, я же крикнул, я же злость, ярость была у меня. И он говорит: «Не огорчайте Духа Святого». Он дает мне откровение, что ты меня огорчил, ты перед женой это извинился. А как насчет меня? Я помню, вот смотрите, я не мог найти его около двух недель. Как только я уразумел, чему Господь меня учит, я говорю: «Дух Святой, пожалуйста, прости меня. Я не знал, что это вообще. Умоляю тебя, прости меня». Как только я это сказал, Дух Святой сошел, такой прорыв сошел. Новый вообще уровень в отношении с Господом вышел. К чему говорю, дорогие, многие сегодня не могут найти Божье присутствие, мы пытаемся куда-то уединяться, мы пытаемся читать больше Библию, больше молиться, но мы Божьего присутствия не найдем, если есть какой-то нераскаянный грех, если есть какие-то вещи, которые Господь учит, а мы их игнорируем. Поэтому очень важно спросить у Духа Святого, что я делаю не так, покажи, подскажи, и Дух Святой обязательно подскажет. Аминь, дорогие. Аминь. Я помню, когда это пережил, я говорю: Господь, подожди, у меня же с ней ругался раз 10 уже. Почему до этого я шел, нормально чувствовал присутствие Духа Святого? А почему именно сейчас ты начал с меня спрашивать? Почему именно сейчас? Знаете, как он меня это объяснил? На примере с моим ребенком. У меня, когда ребенок был годик два, ему можно было ходить в памперсы, но она вырастет, ей 6 лет, 10 лет, она не сможет ходить в памперсы. За это, ну, я как папа уже буду, но она уже выросла, буду ругать. То же самое, ну, наше христианство. Если мы растем, мы же не по годам растем, да, мы по определенным этапам растем. Чем старше мы становимся, тем больше с нас спрос. Тем больше с нас спрос. Например, с пастора Рамиса, что для пастора Рамиса грех, для меня это может быть сегодня не грех, это для вас. Понимаете? Но для него, на его уровне хождения с Богом, на его уровне ответственности, которую Господь ему доверил, Моисей за что в обетованную землю не вошел, знаете? За то, что Бог ему говорит: скажи, скорее, он взял, ударил по скале, чтобы пошла вода. Из-за этого, почему? Кто-то скажет: Бог несправедливый. Не-не-не, у них была особая близость, особый уровень. Потому что он хотел, он показал в этом, ну, свое, ну, понимаете, да, момент. И Бог ему показал: нет, Моисей, дорогой. Шестой ключ. Чуть глубже пойдем, дорогие, сейчас такой, как бы, немножко этот. Чуть глубже пойдем. Есть у нас дальше? Да. Я сейчас быстренько постараюсь. Если мы хотим, кто хочет, чтобы Дух Святой открыл ему свое сердце? Кто верит, что Бог, он может вслух назвать тебя другом? Кто верит в то, что Дух Святой, ну, что можно переживать то, что есть в сердце Бога? Вот сейчас я буду говорить о человеке. Смотрите, вот я, мне 40 лет. Бог меня учил на примере с людьми. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Правильно? И Бог, он не сделал какую-то загадку великую. Он нас по своему образу и подобию сошел. Вот мое знакомство с пастором Арамаисом. Я вам честно скажу, я много чего видел. Я общался, ну, не буду говорить, с разными людьми. И в основном, к сожалению, немного людей, которые искренне интересуются тобой, которые не используют твой дар или ну, для своих каких-то целей, но которые ты, ну, как Бог, который заинтересован в твоем сердце, как отцовское сердце, когда я с ним начал общаться. Ну, естественно, и он, и я, мы уже, как сказать, уже где-то израненные там, ну, духовной жизнью, конечно, исцеленные, все. Но мне оба действия, и так сразу не откроешься. Мне было интересно, если сейчас он, я его просил, если он сейчас начнет меня учить, там, или он начнет просто, я почувствую, что меня хотят опять, я даже не пойду дальше. Я помню, пастор, мы меня завоевали вот этим. Он говорит: расскажи, что у тебя все, какой-то. И он начал задавать вопросы, я же чувствую, ему реально стало интересно. И когда вот я почувствовал, что я ему интересен, знаете, ответная реакция какая, мое сердце стало открываться. Вот то же самое и Дух Святой. Как часто мы приходим к Духу Святому и говорим: Дух Святой, какой ты? Обычно мы приходим и говорим: Дух Святой, помоги, Дух Святой, мы используем, да? Дух Святой, благослови, Дух Святой, наполни, Дух Святой, сделай то, Дух Святой, сделай то. Кому из нас на самом деле интересно, что в сердце у Святого Духа? Понимаете, и Дух Святой как нормальная личность. Он не будет открывать свое сердце тем, кому он не интересен. Понимаете? Но когда, вот смотрите, сейчас этот ключ есть у нас. Когда я прихожу в тайную комнату, я уединяюсь. Весь мир ставлю на паузу. Я говорю: Дух Святой, я пришел к тебе. Я хочу побыть с тобой. Я хочу узнать тебя. Какое у тебя сердце, что ты сейчас чувствуешь, что ты сейчас переживаешь, что я могу для тебя сделать, чем я могу тебе послужить, что я могу сделать для того, чтобы Царство Божие распространилось, что я могу сделать для того, чтобы ты улыбнулся, чтобы ты радовался, что я могу для тебя сделать. И когда ты начинаешь приходить: неужели Господь, да он,
нас по своей природе сотворил. Его сердце автоматически начинает открываться. И здесь мы не можем промахнуть. Знаете, кто-то думает, а как же эта жизнь? Ищите прежде Царство Божьего, все остальное приложится. Кто, что из Царства? В первую очередь ищите Царя, ищите Его сердце, все остальное начинает прилагаться в свое время, когда нам это нужно. Что нужно? Все необходимое, дорогие ребята. И вот один из главных ключей в моей жизни к сердцу Бога, это интересоваться сердцем Бога. Мы должны стать людьми, как Давид, муж по сердцу моему. Почему? Потому что Давид знал сердце Бога. Чтобы знать сердце Бога, нужно, чтобы Бог его открыл. Чтобы Бог его открыл, нужно интересоваться сердцем Бога. Аминь, дорогие. Чтобы интересоваться, нужно проводить время, нужно уделять время. И тогда я верю, Господь шаг за шагом, не сразу, но шаг за шагом, он начнет открывать свое сердце. Дорогие, ну смотрите, сейчас ни в коем случае не попадите вот в это осуждение, что теперь, что у Бога ничего не надо просить. Нет. Есть молитва прошения, есть молитва ходатайства. Я про другое говорю. Понимаете, Бог, Он и благословит, Он и поможет и так. Но я говорю про другое. Вот пастор Ромейс, кто из вас знает сердце пастора Ромейс? Ну, сейчас не понимаете, вот просто, да, вот это риторический вопрос. Кому из вас пастор Ромейс или пастор Рузана помогали? Все. Но не каждый из вас знает его сердце. А кто из вас интересуется его сердцем, искренне, перед Богом. Ну, сами, кажется, я думаю. Кто приходит, говорит, пастор Ромейс, я переживаю. Вот он сейчас говорит там про то, что, ну, могу я это сказать, что он там говорит? Про квартиру, да? Про квартиру. У меня сердце сжимается. Вот почему пастор, например, ну, сейчас не хочу, чтобы никого не обидеть, понимаете? Кто переживает, что его сердце? Человек служит Богу, он вообще не отвлекается, он служит Богу. Мы должны позаботиться, понимаете? Мы должны позаботиться, чтобы он не думал о квартире, он не думал, у него должна быть своя квартира. Понимаете, как вот, ну, кто знает, что у них у пасторов сегодня в сердце боли, понимаете? Но при этом они всем помогают. Но сердце он откроет только тем людям, кто на самом деле интересуется, их единица. Понимаете, я же как, ну, поймите правильно, я же как прообраз говорю, как прообраз Бога. Кто хочет дружить или знать сердце Бога, тот должен интересоваться его сердцем. Аминь, дорогие. Седьмой ключ. Седьмой ключ. Духу Святому можно причинить боль. Духу Святому можно причинить боль. Знаете, кто может причинить боль Духу Святому? Знаете, кто может причинить боль Духу Святому? Никак. Только тот, кто имел с ним отношения. Только тот, кто имеет близость с ним. Только этот человек может причинить боль. Смотрите, мое сердце, оно защищено, знаете, от всех. Но есть моя супруга, есть мои близкие друзья, мои братья, мой пастор. Да, старший пастор. Которым я оголенный, которых я впустил в свое сердце как друзей. И если я от них почувствую какое-то предательство, какое-то непочтение, да, какие-то, ну, игнор, мое сердце может быть, потому что оно открыто. Для других оно закрыто, другие могут меня предавать, что угодно говорить, оно закрыто. Понимаете? Смотрите, как Дух Святой меня этому научил. У меня есть друг, точнее уже был друг хороший. Ну, он есть, но я с ним не общаюсь. Я боролся за нашу дружбу. Я годами боролся за нашу дружбу. Если, знаете, как я ловился на мысли, если я не делаю шаг, он не делает. Если я не позвоню, он не позвонит. Вот бывает такое часто. Но я его настолько любил, я годами за него боролся. И пришел такой момент в моей жизни, когда я сажусь, я прям плачу. Я говорю, ты понимаешь, мне все сложнее и сложнее. Если ты сейчас не начнешь делать шаги правильные, наша дружба останется. Я прям плачу перед ним. И он мне каждый раз говорит, я понял, я услышал. Все, я буду делать. Ровно неделя проходит, и он опять забывает, опять. То же самое, опять то же самое, то же самое. И я его люблю, но я уже как будто бы начинаю бояться ему открыться. И в следующий раз, когда он говорит опять, я понял, мое сердце уже как будто бы не верит. Я хочу ему открыться, потому что его люблю. Но в то же самое время, если я откроюсь, я понимаю, что я рискую. И он может причинить боль моему сердцу. Понимаете? Я уже где-то стараюсь, но не так сильно. Я помню, с Духом Святым у меня был такой период, очень близкий. И потом на какое-то время опять что-то пошло не так. Я сижу в тайной комнате, дорогие, вот так сижу. Я приглашаю Духа Святого. Обычно, знаете, когда все хорошо, он так приходит, полнота, ты чувствуешь полноту. А тут он вроде как пришел, и удовлетворения до конца нет. Ну, присутствие чувствуешь, но он не дает тебе до конца удовлетворения, как будто учит тебя чему-то. Я говорю, почему я не могу найти тебя? Что происходит, Дух Святой? И духовными глазами, не физическими. Он в своем присутствии иногда с тобой так разговаривает, иногда понимаешь, что он тебе говорит. И вот смотрите, я сижу на кровати, вот так. Я сижу на кровати и говорю, почему ты не приходишь, почему я не чувствую полноту? И он мне дает картину моих отношений с другом.
что я хочу, но ты опять, ты говоришь, я с тобой дружу. Я прям чувствую, как будто Дух Святой сидит рядом со мной на кровати, вот так, знаете, и вот так на меня смотрит, и как бы хочет поверить мне, и боится. Потому что если он поверит, он оголится, его сердце опять со мной соединится, и я потом опять про него забуду, опять начну его игнорировать, и знаете, что будет? Ему будет больно. И он мне говорит: Гер, я тебя очень люблю. Я ревную у тебя, я ревную за отношения с тобой, но ты причиняешь мне боль. Из-за того, что мы с тобой близкие, и ты потом забываешь про меня на месяц, на 2 недели мне становится больно. Поэтому я хочу с тобой дружить, хочу с тебе полностью открыться, но не могу, потому что я рискую, моему сердцу больно, ты огорчаешь мое сердце. Я тогда, ну, я показываю Дух Святой, прости меня. Вот эти тонкие моменты, знаете, когда он свое сердце открывает, оно сокрушает меня, оно ложит буквально на колени меня, такими слезами говорит: Дух Святой, прости меня. Вот так он учит, дорогие. И тем из вас, у кого были эти отношения с Господом, близость с Господом, и вы не можете почувствовать полноту, возможно, этот ключ, он к вам. Просто увидьте, что мы ему причинили боль, дорогие. Мы ему причиняем очень часто боль. Дорогие, вот так шаг за шагом наши отношения с Господом, они растут. Они могут до такой реальности дойти, что иногда он реальнее становится, чем все физические люди, чем физические люди. Настолько глубоко можно пойти в отношения с Господом, дорогие. У меня и разные встречи могут быть. Ты можешь говорить Богу, он тебе сразу может отвечать на твоем языке. То есть, ну, разного уровня близость. И вот перед тем, как мы закончим, я бы хотел один пример из своей жизни рассказать. Вот встреча с Духом Святым, где он открыл свое сердце. Вот после этой встречи, раз и навсегда, мое сердце было покорено его любовью, его сердцем. Я влюбился. Вот с того момента у меня больше нет вопросов. Я его навечно, потому что я никогда нигде такого не переживал. Такого сердца, что я пережил с ним. Я тоже, опять же, период, мы общаемся, я переживаю Духа Святого. Потом мы с моим другом поехали в Москву за машину для его жены. И мы везем с Москвы машину, 3 дня у меня нет дома. И я помню, я захожу, у меня, ну представьте, с дороги Москва, да, на машине, уставший, разбитый, все внутри поломано. Ничего не хочешь, единственная мысль просто искупаться и лечь спать. Я захожу, вот только я открываю дверь, вот только шаг делаю, и Дух Святой сходит сразу. Вот как бы, знаете, как мама, которая тебя ждала дома, сразу тебя обнимает. Я говорю: подожди, Дух Святой, подожди, подожди, ты стоишь, знаешь, плачешь. Я говорю: посмотрите, сейчас я рассказываю, кто-то думает, кто не понимает, думает, что это рассказывает. Ну просто поверьте сейчас. Вот Дух Святой сходит, я вот так, в таком присутствии, говорю: Дух Святой, дай я хоть куртку сниму. Я аккуратно снимал куртку, чтобы, знаете, боюсь его огорчить, там, резких движений, как его будет откровение. Я начинаю идти в комнату, захожу в комнату, сажусь, и Божий присутствие на меня уходит. 2 часа. Я плачу, я там с ним, ну, свои отношения, своя близость, сердце я ему, он мне свое сердце. Мы переживаем, мы общаемся с ним. Да, мы с телефоном только не славишь. Мы с ним общаемся. И знаете, он все равно делает физического уставшего. Я про себя думаю: так, а когда он собирается вообще уйти? Что это такое? Как это вообще выйти с этого присутствия? Я вспоминал мысли, как нас учили, когда мысли уходят куда-то, вот ты молишься, и когда мысль куда-то уходит, ты с присутствия Бога выходишь. И я этот прием ловлю, думаю, надо выйти мне. О чем-то подумать, выйти из присутствия, я хочу искупаться. Не почтить Духа Святого, но не могу сказать, как мне ему сказать. И я помню, я пытаюсь о чем-то другом подумать, а я не могу ничего. Вот он меня просто, знаете, как в плен взял, я начинал смеяться. Я говорю: Дух Святой, ты что, меня в плен взял? Что мне теперь делать? Когда, что происходит, как мне быть? Я спать хочу. Говорю: давай, ладно, давай мы с тобой вместе пойдем сейчас. Я даже купаться буду, просто помоемся, зубы почистим, и вместе вот так присутствуем, ну только лежа полежим, сделаем. Дорогие, я вам перед Богом говорю, я встаю с кровати, вот перед Богом говорю, только вот пытаюсь шаг сделать в сторону, и физически я чувствую руку, вот здесь за икроножную, знаете, вот я пытаюсь встать и только сделать шаг, и за икроножную ногу у меня физически рука нежна. Я точно знаю, что это не был ангел, я точно знаю, что это не был Иисус Христос, я точно знаю, что я это не придумал, потому что за это прикосновение открылось сердце Святого Духа. Я так услышал, знаете, что: пожалуйста, посиди со мной еще чуть-чуть, я так по тебе соскучился, побудь со мной еще чуть-чуть. И за вот этим сердцем, дорогие, я понял, что он не остановится. Его любовь, она настолько сильна к нам, она настолько безусловна, он завоюет наше сердце, он будет завоевывать его до тех пор, пока он всего нас не завоюет. Я еще не помню, 1-2, может быть, просидел, проплакал, я говорю: Дух Святой, какой ты, что теперь, как мне теперь жить дальше, какое у тебя сердце. Я благодарил его за его сердце. И вот так, шаг за шагом, дорогие, у каждого будет своя история. Я вот сегодня, вот когда я, день благодарения, да, я думаю, нам всем нужно, знаете, за что? В первую очередь поблагодарить Господа Иисуса за этот драгоценный дар Святого Духа для Церкви. Нам нужно покаяться. Давайте встанем, дорогие. Нам нужно в первую очередь покаяться перед Святым Духом за то, что мы его игнорируем, за то, что мы его
огорчаем, за то, что мы причиняем Ему боль, за то, что часто мы Его просто не пускаем в свою жизнь, не пускаем в свои дела. Даже в центр мы Его часто, дорогие, не пускаем. Давайте от всего сердца сначала покаемся перед Святым Духом, попросим у Него прощения, и потом поблагодарим нашего Господа. Дорогой Дух Святой, мы благодарим Тебя за Твое присутствие, за Твое нежное сердце, за Твою безусловную любовь. Мы просим Тебя, как Церковь, Дух Святой, прости нас. Прости нас за все. Мы любим Тебя. И мы хотим дружить с Тобой. Учи нас, Дух Святой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя за этот драгоценный дар Святого Духа. Господь, спасибо Тебе. Но я не знаю, что бы мы делали без Него. Дух Святой, Ты сердце Церкви. Ты сердце нашей духовной жизни. Мы любим Тебя. Мы почитаем Тебя. Мы признаем Тебя. И мы просим Тебя, Дух Святой, управляй нашей жизнью. Помоги нам быть чувствительными к Твоему сердцу, чтобы быть водимыми Тобой. Господь, спасибо Тебе за все. За Твое сердце. За утешение. За Твою любовь. За то, что Ты покрываешь нас. За то, что Ты вытаскиваешь нас. За то, что Ты открываешь нам Господа. Сердце нашего Господа. Ибо только Дух пронизает глубины Божьи. И благодаря Тебе мы можем знать сердце Отца. Сердце нашего Господа. Спасибо Тебе, Дух Святой. За все, что Ты делаешь в нашей жизни. Мы любим Тебя. Наше сердце, оно стучит для Тебя. Ты все для нас. Наша любовь, наша жизнь, наше дыхание. Ты все для нас. Ты наша земля обетованная. Ты наше сердце. Слава, слава Тебе. Мой Бог за Дух Святой, слава, слава Тебе, мой Бог за Дух Святой, слава, слава Тебе, мой Бог за Дух Святой, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, мой Бог. Слава, слава Тебе, мой Бог за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог за Дух Святой. Слава, слава Тебе. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, мой Бог. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя.
Присаживайтесь, дорогая церковь. Слава Господу, что у нас есть. Спасибо, брат Мэль, за слово. На самом деле, это Слово Божие говорит, что Бог ищет себе поклонников в духе и истине. И когда у нас хорошая близость с Господом, на самом деле Бог сам ищет нас. Слава Богу. Это очень важно, иметь такое отношение с Господом. Из дома. Мы вышли из дома с Розаной, идем по своим делам, подходит одна сестра, говорит: «Ой, а вы куда идете?» «Я к вам». Я говорю: «А что к нам, мы в гости идем?» Я говорю: «У нас дела». Говорит: «Как, сегодня же домашняя группа?» Я говорю: «Домашняя группа у нас в среду, а сегодня вторник». Говорит: «А Дух Святой мне утром сказал, что сегодня среда». Чтобы, да, все, что мы делаем, все, что связано с Богом, должно подтвердиться, услышите, Словом Божьим. Если Слово Божие об этом говорит, то это да и это аминь. Аминь. Чтобы мы тоже не ушли в крайность. Ну хорошо, давайте встанем. Спасибо. На самом деле, это моя жизнь, и жизнь Рузани. У нас, откуда у нас появились вот эти песни, вообще откуда мы начали служить. Это первое было покорение Его любовью. Аминь. Духа Святого, если бы Он не покорил нас, если бы мы не сдались, мы бы не стали служителями. И до сих пор мы просто в плену в Его любви. Аллилуйя.